Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми піднімаємо найактуальніші проблеми нашого сьогодення і цього разу, зокрема, зі сфери охорони здоров'я. На Миколаївщині триває турова вакцинація дітей проти поліоміеліту – одного зі складних недугів, що призводить до інвалідизації. Навколо процесу щеплення виникло багато суперечливих питань, особливо дискусії розпалились просто у соціальних мережах. Для того, щоб розставити всі крапки над «і», сьогодні ми знову піднімаємо цю тему, ми продовжуємо говорити про процес щеплення на Миколаївщині і звертаємося за роз'ясненнями вже до лікаря-практика, завідувача шкільно-дошкільного відділення Миколаївської міської дитячої поліклініки номер 3 Світлани Ганджі. Світлана Олександрівна, доброго дня. Доброго. Насправді, давайте ми розпочнемо, так би мовити, спочатку. Розкажіть, будь ласка, теоретично, коли ставиться діагноз поліоміеліт? Що це за захворювання? Полиомиелит – это детская инфекция. В основном дети поражаются до 4 лет, потому что у них еще иммунитет сильно не сформировался и полностью они еще не привиты. Вот. Это очень тяжелое и страшное заболевание инфекционное, которое ведет к параличам и парезам и в дальнейшем к инвалидизации. А какие формы лечения сегодня предлагает сфера охраны здоровья? Лечения полиомиелита нет. Лечение полиомиелита не лечится. Почему? Потому что поражаются нейроны спинного мозга, которые ведут уже к параличам и к парезам. Поэтому единственное лечение – это профилактика этого заболевания, которое до этой поры у нас проблем, конечно, не было, потому что дети практически, в общем-то, прививаются. То есть однозначно профилактика – это прививка? Да, это прививка. Шановні друзі, я зараз хочу звернутися до вас, тому що ми працюємо в режимі прямого ефіру, і ми чекаємо ваших питань, ваше ставлення до ситуації, яка зараз триває, турова вакцинація проти поліоміеліту. Вакцинація в цілому, наскільки ви, як батьки, підтримуєте цей процес, як ви ставитеся до цього процесу? Будь ласка, ми чекаємо на ваші дзвіночки за номером, який зараз ви бачите на ваших екранах, телефонуйте, давайте спілкуватися і разом дійдемо до певного висновку, тому що бажання, щоб наші діти і взагалі наше суспільство було здоровим, це перш за все для кожного з нас. Світлана Олександрівна, які причини виникнення цієї хвороби? Причина – це вірус поліоміеліта, який існує в сфері, і тому він може, слава Богу, що це спорадичні випадки, тому не в такому кількості великому, який що може викликати епідемію, або пандемію, або ще там очень много заболеваний. Сейчас, конечно, вот заболели дети в Закарпатье. И для того, чтобы не распространилось это заболевание, потому что это очень страшное заболевание, которое ведет к инвалидности у детей. И поэтому мы вот проводим сейчас туровую вакцинацию. Туровую вакцинацию. Да, туровая – это дополнительная вакцинация. А как осуществляется плановая вакцинация от полиомиелита? Вот до сегодняшнего дня, до этого процесса туровой вакцинации, как происходила профилактика? В данный момент календарная прививка, нет, вас интересует, наверное, что как дети прививали. Дети раньше, прививаются, да, вакцинация – это до года, трехкратная вакцинация с перерывом месяц. И потом ревакцинация в 18 месяцев, 1,5 года. Трижды опять-таки, да? Нет, один раз, потом в 6 лет, сейчас в 14 лет, и уже на этом заканчивается. Ну это вот календарное, да. Вот да, в календаре трижды ребенок, а потом уже подросток. Нет, не трижды, трижды, и тут 3 вакцинации, 4. Получается 7 раз ребенок. 7 раз. Почему я вот делаю акцент на количестве? Потому что сейчас родители, опять-таки, в соцсетях просто очень сильно озадачивают факт, что трижды ребенок подвергается вот этой вот влиянию какому-то, внедрению в организм вируса, и что это, собственно говоря, приведет к каким-то плачевным результатам. Однако, если брать вот стабильную ситуацию, то вот вы сказали, что это не трижды, а даже более вот, ситуация со здоровьем ребенка и тема полиомиелита прослеживалась, вы видите, намного больше, чем 3 раза. Итак, туровая вакцинация. Что предусматривает собой 3 тура? Туровая вакцинация – это вакцинация дополнительно, независимо от того, как ребенок привит.
с каким перерывом, с каким с нарушением календаря, он получает трехкратную туровую вакцинацию. Туровая вакцинация, первый тур, проходит с 2 месяцев до 5 лет, 11 месяцев, 29 дней. Mm-hmm. То есть до 6 лет, пока ребенку не исполнилось 6 лет. Потом, значит, эти же дети получают вторую туровую и третью. С 6 лет, которым 6 лет исполнилось, до 10 лет дети получают 1/3 туровую вакцинацию. Да. Какой период времени сейчас задействован вот в этой туровой вакцинации? В этой туровой вакцинации период задействован, значит, ребенок получил в течение с 19 октября по 6 ноября, если он получил первую туровую, значит, он, ну, если последний день был 6 ноября, значит, 6 декабря он получает вторую туровую. Вторая туровая длится 2 недели. В течение 2 недель эти дети должны получить повторную. Те дети, которые, ну, не получили туровую в первом туре, они ее получат во втором туре и в третьем. Угу, вот. Да, значит, перерыв между туровыми вакцинациями 1 месяц. Вот ребенок получил 28 октября, 28 ноября он получит второй тур. Вот 6 ноября у нас заканчивается первый тур, и второй начинается уже второй тур. А с чем сразу связана вот такая именно периодичность? В смысле, периодичность чего? Между турами? Да. Потому что ребенок должен получить 3 тура. Это вакцинация, импортная вакцина, и она... Откуда она была привезена? Она из Франции, с сертификатом. Вот, и у нее, значит, мы должны сделать этот тур до 6 марта. То есть это срок годности, потому что с момента размораживания вакцина вот годна полгода. Светлана Александровна, много вопросов уже поступило вот на момент нашего эфира, и я буду обращаться к вопросам от родителей. А до вас, шановні друзі, я звертаюся і нагадую, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Якщо у вас виникають якісь запитання по ходу нашої бесіди, або, в принципі, ваша філософія стосовно того, що відбувається, ваше ставлення, ваша думка, ми чекаємо на ваші дзвіночки, номер ви бачите на екранах, приєднуйтесь, давайте спілкуватися. І так, Світлана Олександровна, от, наприклад, визиває какие-то такие вопросы роздумов относительно повторно прививать или не прививать. Мой ребенок привит, зачем еще вводить дополнительную инфекцию? Потому что дети заболели и в Закарпатье, и для того, чтобы не распространился этот полимелит, потому что они заболели, и они очень много его распространяют, чтобы совсем не распространилась эта эпидемия и на наши регионы, поэтому проводится эта туровая вакцинация. Продублировать таким образом. Да, да. Всемирная организация охраны здравоохранения здоровья рекомендует с 2016 года отказ от оральной формы вакцинации в пользу инъекционной, потому что 3 тура, и, как мы понимаем, они в разной форме проводятся, где-то оральная, где-то инъекционная. Расскажите, пожалуйста, как проводится и в чем преимущество? Инъекционная – это вакцина ИПВ, которая инактивирована. Это первая вакцинация, которую ребенок должен получить любой возрасте. Если он вообще не привит, он первый получает только инактивированную, то есть вот эту инъекционную. Угу. Если он, ребенок, получил эту инъекционную, то он потом уже получает, ну, пока туровую. То есть через 2 недели он может получить туровую. Угу. А какое качество, какого направления вакцина в этот момент вводится? Это одна и та же вакцина, вот одна и та же форма, потому что где-то вот пишется, что там мертвая. Правильно, да, инъекционная – это убитые, угу, убитые там бактерии, ну или полуубитые, для того, чтобы создался иммунитет. И ОПВ – это живая вакцина, но она, у нее живого полимелита столько, насколько ребенок может выработать свой собственный иммунитет. То есть все индивидуально рассчитывается, да? Нет, это не индивидуально, еще раз повторяю. Значит, если ребенок не получил вообще ни одной вакцинации полиомиелита, то есть он вообще не защищен от, mm-hmm, полиомиелита, то ему первый вводится инактивированный. Но я хочу еще тут сказать, что дети, которые в сады ходят,
Вот, есть сады. Сейчас пока мы садиковых детей прививаем, потому что школа у нас 6 лет. Сейчас у нас первый тур идет до 6 лет. И поэтому эти дети, для того, чтобы им создался иммунитет, они должны не посещать детский сад в течение 2 недель. Почему? Потому что дети, которые получают туровую, они могут со слюной, с каловыми массами выделяться, все равно выделяется этот полимелит живой. То есть он... Ну, он так действует, он так вырабатывает иммунитет, потому что он может выделяться. И поэтому эти дети могут иметь какие-то, ну, такие легкие какие-то изменения в собственном организме, которые неприемлемы для настоящего, для здорового образа, его состояния здоровья ребенка. А какие побочные эффекты вообще возможны после прививки? Побочные эффекты могут, но они, вот уже мы сколько, почти третью неделю прививаем, и не только в нашем медучреждении, да, районе обслуживания, но и по всему Николаеву. Слава Богу, пока все ничего, хорошо. Никаких, да. Но может быть расстройство, в большинстве случаев расстройство желудка. Это диарея. То есть немного там ребенок пропоносит. Это день, там, ну, может быть, несколько часов даже. Понятно. Вот. Светлана Александровна, кто не допускается к вакцинации, к этому процессу? Есть такие дети? Туровые? Да. Да, конечно, медотводы есть. Это медотводы, это включается злокачественные заболевания у детей в течение 2 лет. Они еще не прививаются. И острое заболевание, то есть ребенок имеет температуру, вот он заболел, температура, интоксикация, он себя плохо чувствует. Конечно, мы таким детям не делаем, но мы сейчас делаем и в поликлинике, и по детским учреждениям. Поэтому если ребенок пришел в детское учреждение, я так думаю, что он здоров. Я так, ну как... И родители, как бабушка, я считаю, что больного ребенка, такого, как в остром периоде, мама не поведет в детский сад. Ну, там есть медработник все равно. Медработник обязательно. Когда мы проводим прививки, то обязательно смотрится документация. То есть, если какая-то была другая прививка, например, КПК у нас сейчас есть, то, ну, например, вакцинация ребенок вовремя не получил, он получил ее, например, в 3 года. То, конечно, тут должен быть перерыв между этими туровой и какой-то другой вакциной. Светлана Александровна, да. Вот особый момент, опять-таки, тревожит родителей в целях или в размерах мировой практики современной вакцинации. Я думаю, что вас, как специалиста, в этом направлении осведомляют больше. Насколько сегодня за границей вакцинируются активно, и вот в той же Франции, потому что с Франции привозится сюда вакцина, и наших родителей беспокоит, что, собственно говоря, над нашими детьми проводятся опыты. Такое нет, есть. Начнем с того, что во Франции нет случаев полимелита. Да. Поэтому тут потому уже... Потому что они были привиты, дети? Они, конечно. Там, потому что за границей, там, по всей видимости, не спрашивают родители, можно делать или не можно. Если человек не понимает, он должен прийти и поинтересоваться, почему ребенку нужно или не нужно делать эти вакцинации. Отказчики, они, ну, считают по разным причинам, которые отказываются от прививок. Они рискуют тем, что ребенок может заболеть в любое время и неизвестно, какими инфекциями, ну, я имею в виду, от которых мы сейчас прививаем. А прививаем мы пока от очень сложных инфекций, от которых лечение очень тяжелое и очень трудное. Ну и медпрепаратов, насколько я знаю, нет в Украине от полиомиелита. Нет, конечно, он не лечится. Также тот же столбняк, который мы делаем, АКДС, где люди отказываются от этих прививок. И кори, паротит и краснуха то же самое. Ну, конечно, лечится, но осложнений гораздо меньше, когда ребенок привит. Привит. Шановні друзі, знову звертаюся до вас, телефонуйте, ми чекаємо на вашу думку стосовно процесу вакцинації, щеплення проти поліомієліту. Зараз триває турова вакцинація, будь ласка, приєднуйтесь, номер телефону бачите на екранах, ми чекаємо на ваші дзвіночки. А зараз звертаємося до питань, які вже надійшли. Тривожить срочність процесу, не піджимають ли сроки реалізації вакцини?
Нет, не поджимают. Как раз по распределению у нас первый тур проходит вот это 3 недели, я вам сказала, уже с 19 октября по 6 ноября. Потом начинается второй тур и третий. Даже мы укладываемся уже даже в январе. Срок годности до марта месяца. Светлана Александровна, вот, например, еще вопрос. Вакцина подвергается неоднократной заморозке при транспортизации. Не влияет ли это на ее качество? Значит, вакцина, та, которая, например, производится на заводе, она произвелась. Ее обязательно везут в какие-то базы, где они хранятся, обязательно замораживают. И в замороженном виде эта вакцина годна до ноября 2016 года. И срок устанавливается для того, что, вот, например, есть у нас необходимость применить эту вакцину. Эта вакцина размораживается, и в размороженном виде она сюда транспортируется, и уже, ну, то есть она в холодильнике плюс 2, плюс 8, но уже разморожена, уже на те базы, где мы уже получаем и потом прививаем детей. Непосредственно распространяется. Да, срок уже годности там, конечно, учитывается. Спасибо большое. Да. Можно ли вакцинировать ребенка, если у него режутся зубки и ослаблен иммунитет? Ну, я противник, конечно, что режутся зубки, это должен быть физиологический процесс, это в принципе, это должно быть безболезненно, без температуры, без всяких поносов, но, конечно, можно повременить, и как раз за 3 недели ребенок, ну, может немножко сдвинуться с этого места для того, чтобы он успел сделать, потому что не то, что сроки поджимают реализации вакцины, а сроки иммунизации для того, чтобы было... Не было распространения полиомиелита. Полиомиелита. Да. Вот тоже вопрос, вы, в принципе, на него ответили, но опять-таки давайте сделаем акцент. Сегодня родители отказываются вообще от прививок, и, собственно говоря, каждый ребенок вот не привит, это как чистая страница. В обществе это понятно, что перед ним есть момент вот агрессии со стороны инфекций, и что будет дальше, непонятно. Есть ли возможность заразиться от привитых детей детям непривитым вообще? Нет, там такого количества нет для вызывания именно полиомиелита чистого, там, конечно, нет. Но он может, конечно, получить часть этих, которые они не вызовут заболевания, а вызовут, например, диареи, какие-то... Формы, да? Да, какие-то формы, да, такие, но не формы, а проявления полиомиелита, но в легкой степени. И это будет родителей волновать, и они начнут бегать к врачам, будут им ставить гастроэнтерит или еще там что-то такое. А это просто вот такое проявление непривитого ребенка на выделение этих детей, это полиомиелита. Вот после прививки. Конкретная ситуация. В семье 3 детей, 6, 3 и полгода. Старшая девочка привита, средняя вообще не привита, младшая под вопросом, полгодика которой. Есть ли прививать? Можно ли 2 детей сейчас привить, или мы обязаны привить всех? Или уже не прививать никого? Которому 6 лет, я сказала, только в 3-й тур он привьется. Угу. Он привит более, он уже получил ревакцинацию. Ну, как по идее должен получить, вот, по календарю. 6 месяцев, и следующий ребенок, который не получил первую ревакцинацию, конечно, они должны вместе привиться. Вот, 3,5 годика они... Ну да, потому что будут вот эти вот причины, которые вызывают то, что ввелось с вакциной, вот, оно может вызвать диспепсию. Так, вот, хорошо. И тут никаких экспериментов нету, мы детям не вредим, нам для галочки не надо это. Мы за каждого ребенка переживаем, каждого ребенка смотрим перед прививкой, поэтому в этом плане волноваться не стоит. Светлана Александровна, а вот дальше, вот ребенку поставили прививку, кто дальше отслеживает его состояние, участковый педиатр или к иммунологу лучше обратиться? Они все в сад ходят. То есть... Также продолжают ходить. Маленькие детки, конечно, сейчас же с 2 месяца в амбулаториях, те, которые не организованы. Я говорю про организованных, потому что я заведующая школьно-дошкольным отделением, и мы проводим сейчас прививки в детских садах. И поэтому мы смотрим... Тот медработник, который находится курирует там, да, там в детском саду.
Итак, следующие вопросы. Какие документы могут потребовать родители, которые бы могли бы дать данные о качестве и сроках вакцины? Вот на месте уже пришли родители и, собственно говоря, да, хотят... у нас в прививочном кабинете есть сертификат, в котором все отражено. Сколько годности, как его хранит. Могут посмотреть холодильник, где он хранится, на верхней полочке. Я сказала, от 2 до 8 градусов. Светлана Александровна, давайте как бы итог нашей встречи. Вот, например, отказники. Какая форма, например, дается определенная форма, которую заполняют родители? Как это все происходит? Есть форма специальная, справка о разрешении или отказе родителей от прививки. Есть специальная форма. Без этой справки мы детям не проводим прививки. Может быть, родители забыли или специально не записывают. Или, например, согласились, но ребенка не перевели в детский сад. Вот мне вот тоже вот тут непонятно, я обращаюсь к родителям, пожалуйста, будьте внимательны, если вы согласились и по какой-то причине или без причины, я больше думаю, что вы не привели ребенка, может быть, где-то вы слышали, где-то вы не слышали, пожалуйста, приходите, я вам все объясню. Так, давайте сейчас вот как итог нашей встречи, чем же угрожает ребенку отказ родителей вот в детском возрасте, пока что, собственно говоря, ребенок сам не решает, это семейный совет. Ну, конечно, это родители, да. Вот сегодня решено ребенка не прививать. С чем могут столкнуться родители в плане здоровья собственного чада в будущем? Ну, опять-таки, я говорю, с этими инфекциями, в том числе и полимелит. То есть, вот когда... Ребенок подвержен, он чистый, он пустой, его листок, его прививочный, он чистый абсолютно. То, что он получил с мамой, он после 3 месяцев иммунитет, после 3 месяцев мама его наверняка привита. Это я уверена в этом. Понятно, тогда, да. Потому что еще не спрашивали. Вот. А этот ребенок, который совсем не привит, он после 3 месяцев, он уже теряет этот иммунитет мамы, потому что он дается на адаптацию ребенка в этой жизни, вот, то он уже подвержен, конечно, всем этим инфекциям, от которых мы прививаем. Это же не просто так прививается ребенок, не для того, чтобы, как вот мне тут прозвучало, эксперименты проводят. Это никакие не эксперименты, это защита ребенка от этих инфекционных заболеваний. А если мы как бы развернем палитру общества в целом, чем это грозит обществу в будущем? Потому что когда мы все прививались по одной схеме, собственно говоря, и вопросов не возникало, потому что мы понимали, что ситуация под контролем. А сегодня? Ну, сегодня, потому что немножко у нас задержка с поставкой. Ну, я не знаю, от чего это происходит, в принципе, но, ну, как я не знаю этих причин. Но мы, вот, конечно, у нас отсутствие вакцины, нам грозит, конечно, что иммунная прослойка меньше становится. Вот, и дети, которые не вовремя, то есть иммунная прослойка, она складывается из того, что как ребенок вовремя привит. Если ребенок вовремя привит, значит, у него хороший, стойкий иммунитет. И при встрече с этим, с какой-то с той или иной инфекцией, ребенок сразу же может ответить своим, потому что у него антитела существуют. При контакте любом, да? Спасибо большое вам за ваши ответы. И я так думаю, что сегодня очень важно было услышать вас как врача-практика. Собственно говоря, вы каждый день встречаетесь с детками, вы видите эту ситуацию. Хочется пожелать, чтобы действительно все мы были живы-здоровы, а наши дети тем более. Тем более. Еще я хотела быстренько сказать родителям, те родители, которые не прививают детей, они должны, вообще пустые дети, совсем ни одной прививки от полимелита, они должны быть находиться дома 2 месяца. Так, без контакта какого-то, да? Да, чтобы контакт, чтобы ребенка не подвергать каким-то опасностям, да, для того, чтобы потом родители думали, что это от чего-то другого. Каждый родитель сегодня имеет право, собственно говоря, решить за своего ребенка. Все нюансы этой ситуации вы услышали, дорогие друзья. Делать вывод, конечно же, вам, потому что это здоровье вашего ребенка, это здоровье вашей семьи и, собственно говоря, его и будущее. Спасибо большое за ваши ответы. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Бажаю вам міцного здоров'я. І залишайтеся надалі на нашій затишній хвилі. До зустрічі в ефірі.